прежде чем они сыграют второе произведение, которое из греческой свиты, я хочу вам представить. Значит, я хочу Сергей Колесов, лауреат международного конкурса. И он играет, вот видите, все играют, саксофонисты на разных инструментах. Вот, значит, Сергей играет, вообще он играет на всех видах саксофона, но сегодня он играет на сопрано. Да, это сопрано. Это, значит, это высокий, потому что сопрано, как вы знаете, есть голоса, поют сопрано, а это саксофон, значит, потому что сопрано – это итальянское сопра, высоко, высокий звук. Дальше у нас баритон, да? Представьте, пожалуйста, Леонид Кельбаус. Он, мне кажется, обладает удивительным звуком, уникальным совершенно, и который вообще расширил представление о вообще возможностях музыки. И теперь у нас наконец долгожданный баритон. Представься, пожалуйста. Вот такой большой. Меня зовут Семен Токмаков. Играю на баритон саксофоне. Да, молодец. Дальше. И ты? Меня зовут Виталий Янчугов. Алекс саксофон. А, саксофон. Ну, вообще, согласитесь, очень красивый инструмент, правда? Выглядит просто очень элегантно, красиво и также роскошно звучит. Да, вообще саксофонов огромное множество. Это волшебный инструмент, он был изобретен в середине 19 века Адольфом Саксом, знаменитым бельгийским мастером. Но свое применение, активное восхождение он начал только с начала 20 века. Так получилось. Но этот совершенно необыкновенный инструмент, на нем можно играть абсолютно разную музыку. И классическую, академическую, джазовую музыку. И зачастую, когда мы играем на саксофоне или на саксофонах академическую, барочную, классическую музыку, она начинает звучать в таком ключе, что даже люди, которые никогда не слышали и не интересовались классической музыкой, они начинают ей интересоваться и вовлекаться. И им начинает становится интересно, а как же эта музыка звучит в оригинале. И на самом деле вот этот инструмент, помимо своей популярности, это еще такой путь для того, чтобы вовлечься в мир классической музыки в том числе. Хотя, казалось бы, этот инструмент является символом джаза. Но сегодняшнее наше выступление мы представим не только академической музыкой, у нас будут и джазовые произведения, и академические. Они у нас будут разбавлять. Сережа, я хотел сказать, что ты в каком году ты на конкурсе победил? Это было очень давно, но правда, в 2006-м. Хорошо сохранился, но дело в том, что он выдержал, кстати, он победил европейцев и американцев, которые всегда звездили вот на этом инструменте, это больше западный инструмент, и всегда, да и вот Сергей Первый российский, который их победил, это была победа почти что военная, да? Да. В 2006 году. Да, в 2006 году. Да, ну ладно. Приятного вам исполнения, да. Спасибо. Да, следующее произведение, это вот то, что мы сейчас сыграли, это ария Баха, знаменитая ария Баха. Следующее произведение, это джазовая пьеса испанского композитора Педро Итюральдо в трех частях. Вальс, фанк и каламатианос. Thank you.
веке, хоть он и был 50 лет, вот этот период, когда он был только создан, но вот 50 лет почему-то все композиторы, вообще была очень интересная история, когда до сих пор в летописях, там, в отзывах сохранились восторженные отзывы великих композиторов об этом инструменте, о том, какой у него неповторимый тембр, о том, какой он вообще гениальный, какой гениальный мастер Адольф Сакс, но никто так ничего не решился для него серьезного написать. Это, кстати, только русский композитор Глазунов. Да? Ну, Глазунов он уже в 20 веке писал, написал первый концерт. Да, кстати говоря, первый концерт, большой концерт для саксофона, был написан русским композитором. То есть он в историю вошел. Казалось бы, саксофон, да, французский инструмент, инструмент символ джаза. Но первый концерт для саксофона был написан русским композитором. Это и да, Александром Константиновичем Глазуновым, тем более он имеет к Петербургу. Это к вопросу о русской цивилизации.
Да. То есть, да, к вопросу о нашей цивилизации. Он, правда, его написал в Париже уже в последнем, будучи в эмиграции, последний период своего творчества. А вообще, почему вообще так получилось? Потому что в 19 веке Адольф Сакс, он создал инструмент и опередил свое время на много-много веков вперед. И помимо того, что он создал саксофон, он еще сделал очень много всяких усовершенствований других инструментов. Он был гениальным мастером, и, в общем-то, он, приехав в Париж, а Париж был центром тогда всего музыкального мира, и в том числе с того, что связано с новыми изобретениями. И, в общем, он своими изобретениями перешел сразу дорогу всем, кто там жил, все, кто там работал. Естественно, как бы никому это не понравилось, и они начали его, как бы, ну, понятно, это там началась зависть, и, в общем, он ушел. Да, и он умер в бедности даже, кстати, почему так совершенно несправедливо, и его инструмент стал популярным уже после его смерти, да. Сейчас он настолько популярен, что если бы он знал об этом, наверное, да, это было бы... Вообще всегда жалко, когда вот что-то такое происходит, да. Твое творчество утверждается после того, как ты уже ушел в мир иной. Это, с одной стороны, грустно, но с другой стороны, к сожалению, вот такова жизнь. Следующее произведение мы сыграем, это... Оно называется... Переводится как «Лунная река», «Moon River», «Лунная река», написанная американским композитором Генри Манчини. Вообще, вот этот состав, это квартет саксофонов, как мы уже сказали, да, вот сопрано, тенор, альт и баритон, которые различаются по звуковысотности точно так же, как человеческий голос. Но бывает, что и квартеты саксофонов состоят из других инструментов, то есть других составов. И вот я сейчас возьму, вот я сейчас играл на сопрано саксофоне, а я сейчас возьму альт саксофон.
И в завершении нашего выступления мы хотим вам сыграть танго французского композитора Жерома Нале. А вообще танго в оригинале возникло в Аргентине. Такой аргентинский страстный танец о любви и страсти. И прежде чем прозвучит последний выступление, хотим вам дружно всем пожелать выздоровления, чтобы все мы в очень скором времени, мы уверены, могли танцевать это танго. Вперед! Да, потому что в любое время, особенно сейчас, функция искусства, она сейчас и восстанавливающая, излечивающая, потому что душа – это самое важное. Достоевский, музыка – язык Божий, поэтому он всегда с нами. Да. Да, желаю вам всего самого доброго, благодарим всех, конечно, мы все, и молимся на наших прекрасных врачей, на тех, кто делает нашу жизнь возможной и лучшей. Спасибо еще раз большое.